хочу ще раз сказати для всіх російських матерей, особливо для матерей Сочи, не віддавайте своїх дітей на війну. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учение или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. Если у вас появляется хоть малейшее подозрение, сомнение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте. Действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть или в плен. Украина никогда не хотела этой чудовищной войны и не хочет, но будет защищаться столько, сколько придет. На счастье, мы не едины в этой битве. Украинцы мают щирых друзей, добрых партнеров, выступающих в польському парламенті. Сьогодні я приділив багато уваги тому, як важливо не залишатись наодинці в сучасному світі.